Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем играть в Final Fantasy Remake. Седьмая часть ремейк. Остановились мы на главе 8. Будущий телохранитель, она называется. Упали через крышу. Встретились снова Эрис. Игра с полной локализацией, как текстовой, так и озвучание. Озвучание, правда, машинное. Но, тем не менее, в принципе, местами вполне сносно, местами вполне смешно. В общем, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Правда, побудешь тогда? Я войду. Известная гопота. А ты еще кто? Он мой телохранитель, не солдат. Круто, да. Так, нарядили, блин. Бывший солдат. Кто бы мог подумать, хотя твои глаза похожи. Ты ведь не против? Работа телохранителя не сильно отличается от работы наемника, верно? А, я догадалась. Помечу. Сделай это ради меня, хорошо? Ладно, но это тебе обойдется недешево. Недешево, но одного свидания должно хватить. А? Тебе хватает странности, чтобы и правда им быть. И какой же класс? Первый. Если решил врать, то хоть делал бы это убедительно. Эй, осторожнее с цветами. Вы слышали, леди? Наблюдает такая. Старый добрый кандидат, я тебя едва знаю. Ненавижу очищать. Я тебя устал. Ну, лучше постараюсь. Time to burn. Он какой-то крутой, блин. Этот огонь на него не очень действует. Да блин, вот блок не успеваю все поставить. Ну я ж нажимал. Заставить меня поработать, да? Ну, к счастью для тебя. Опасный проект. Я бы тебя классный профессионал. Думаю, что в нашем танце не хватает. Вот, блин, вот нажимаешь блок, блин. Calling lightning. Ну, солдат.
сам наваливает. Окей. Привет. О, так-то нормально тебе заходит. Ну, блин, увернулся, гад. А ну... Как мы блок от этого не спасает, что ли? Так, да так нечестно, я хотел ударить шарик стороны. Чуть-чуть осталось-то. Да блин, я не то сделал, блин. Я хотел лимит сделать. О, пойдет. Ты все не так понял, чувак. Я просто хотел. Клау, они, сэр. Вы в порядке? Я в порядке. Найдите девчонку. Сэр. Рено. Рено Логан. Какого черта? Странно, они не нападают. Эй, откройте. Пошли. Эй, открывайте. Открывайте, да? Сейчас мы открыли, да? Там что-то. Может, там что-то. Точно. Через тот проход. Они спасли меня. Пойдем. Ну, мы хорошие, да? А, на сундучке, я думаю, особо искать нет смысла. Пойду первым. Давай. Я это спасут духи, если что. Никого. Вот же блин. Эй, ты в порядке? Похоже, да. Или нет? Увижу на ней хоть царапину. Вам конец. Сэр, вы должны доставить ее в целости и сохранности. А, что еще? Беги. Боже, я в порядке. Нет, не будешь. Но, сэр... Можно сбить ее. Так, что за штуку? Я не могу добраться до нее. Какой-то магический трюк. Так, нам вот сюда, похоже, надо. Ну, блин, так как я долго ползу, они уж там 10 раз могли ее арестовать. Неудобно так он ползает. Да ползи ты уже, блин.
да. Остановите меня. Так, нам назад теперь, я так понимаю, или нет? Или вперед? Куда? Да блин, ну, господи, так тут ползать неудобно. Идем. Так, а что у нас? А, надо подлечиться, наверное. Клаус, помоги мне. Сэр, напарник их возьмет, а мы уходим. Новичкам везет. Опять они. Такое чувство, что они ведут нас. Держись рядом. Так круто. Ну, тогда. Дадите. Пузыречек дали. Что за пузырь, интересно? Так, инвентарь. Там-то главное без перевода пишется. Так, наносит 500 физического урона всем врагам в определенном радиусе. Это вот, по-моему, мне дали. Идите. Откуда? Или нет? Ну, массуха-то на 500 нормально, в принципе. Солдат-то, по-моему, как раз столько жизни есть обычных. Они уходят? Кажется, да. Чего они хотели? Ну, думаю. Хотя, я не знаю. Просто пойдем. Тебя хотели, чё? Не сказали прямым текстом. Хорошо. Как насчет прогулки по крышам? Видишь вон ту опору? Прямо за ней находится станция. Может, пойдем туда? Давай. Давай. Так, чем займешься дальше? Поработаю немного телохранителем. Точно. А потом вернусь в трущобы сектора 7. А ты? Ты знаешь, как туда добраться? Знаю. Ну, кто бы сомневался. Тот парень в костюме. Он же один из турков Синра. Что турку от тебя нужно? Без понятия. Послушай, а разве не турки занимаются поиском кандидатов в солдаты? Их обязанности намного шире, чем вербовка кандидатов. Турки должны справляться с ситуациями любого типа и сложности. Но только при крайней необходимости. Профессиональные плохие парни. Как их не полюбить? Так, отсюда я пришел. Что им нужно от тебя? Вы ведь похожи, знакомы. Может, он решил, что из меня выйдет величайший солдат. Проехали. Мэм, ты злишься. Подружка, блин. Осторожно, тут довольно опасно. Поняла, спасибо. На самом деле, никогда не гуляла по крышам. Я бы удивился обратному. Если честно, это захватывает дух. Ну, в первый раз всегда так. Подожди, дай мне минутку. Thank you.
Молодец. Не убегай далеко вперед. А ты не отставай далеко назад. Не придирайся. Так в этих домах никто не живет. Нет, никто не рассердится, что мы тут немного тупаем. Выглядит немного ржавым. Полезу первым. Лестница очень старая. Будь осторожна. Хорошо. Как в фильме... Не спеши. В фильме «Башня». Посмотрел вот новый. Этого года. 22-го. Черт. Там точно так же лестница упала, только они остались там. Ты, конечно, никому не позавидуешь. Спасибо, Клауд. А вот и она, стена. Знаешь, я подумывала уйти отсюда однажды. Но, в конце концов, так и не смогла. Слишком опасно. Слишком много всего. Мир весь пропитанный жизнью. Я иногда думаю, что это больше, чем я смогу выдержать. Даже сейчас. Люди ненавидят стальные небеса, трущобы. Но не я. Как я могу ненавидеть? Вся эта страсть, мечты, текут и сливаются в нечто большее. Так, нам похоже сюда. Теперь я первая. Нельзя же вечно заставлять тебя ждать. Побачу. Сейчас труба обвалится, ну, да. Смотри. Кот слишком много ест. Может, в этот раз я убегу вперед и оставлю тебя в гордом одиночестве. Просто. Может, хватит болтать? Тогда давай ты, расскажи что-нибудь. Строго за деньги. Жадюга, ты. Повелся. Ты меня здесь угробишь. Ладно, была не была. Аквапарк. Конечно. Мой герой. Да, с тобой не соскучишься. Это был комплимент. А. Вообще-то нет. Все равно спасибо. Мы недалеко от станции, но по пути можем столкнуться с парой монстров. Ха, на твоем лице прямо написано. И что такого? Мои ночные кошмары и то пострашнее будут. You're done. Я и нахожусь в своей стихии. Так, давайте посмотрим, что у нас у Эрис. Так, амулета у тебя нет. Ух ты, нифига себе. А снова эти появились. Защиты больше, магической меньше. Ладно, пусть такое будет. Кстати, так, один минус, плюс, а титановый лучше. Фриловый вообще всем лучше. Давайте титановый тогда возьмем. Так. Посохов пока у нас нет. Материю какую-нибудь можно тебе поставить?
Что у тебя вообще есть? Лед, молитва. Восстанавливает очки здоровья группы при помощи молитвы. Что такое? Позволяет использовать прорыв лимита. Переориентация. Можно использовать один раз за бой. Так, ну ладно. Повышение магии. Или молния. Ну, в принципе, боевой магии-то нет. Ну ладно, она вроде как хиллер. А, ну мне лед вообще-то есть. Ставим тебе пока его, поскольку эти пока со мной не ходят, им не надо. Ну, кстати, удобно, что так менять можно, когда не в пати у тебя находится персонаж. В оригинале там нельзя было так делать. Отдал, отдал, все. Окей, then. Болванчиков-то, я думаю, тут... Ты ведь не очень хорошо знаешь трущобы, правда? Нет, не настолько хорошо, как тренировочные площадки, казармы, поле сражений. Вот мир, который я знаю. Звучит так, словно ты этим гордишься. Ну чё, больше нечем гордиться, так вот и горжусь всё. Вижу. Да ладно, я думала, станции не было в мире, что тебе знакомо. Ха-ха. Ха-ха, блин, так он переводчик этот машинный так с... блин, переводит. Ха-ха. Так, этот реактор построен нашим трудом, а теперь? Поверить не могу, что это происходит. Прошу всем сохранять спокойствие. Эй, какого черта тут происходит? Мам, ну же не надо так кричать. Популярное местечко. Да, отсюда открывается отличный вид на реактор. Там пожар. Это не представление. Они это знают, просто переживают. Ой, не ожидала тебя здесь увидеть. А, да? А ты возвращаешься домой из церкви? Ну, да. Хорошо, я рада, что ты... Она очень разговорчивая. Ты не задели церковь? Нет, обломки не задели. Ну, хоть что-то хорошее. Но в следующий раз может так... Зато я задел. Эй, вы случайно не знаете еще способа подняться наверх, кроме поезда? Извините, не знаем. Так и будет. Вот же геморрой на мою задницу. Что за идиот? О, Клау, постой. Я. Стой, постою. Такой... Чего постой-то? Так, ой, карту давайте посмотрим. Так, проверьте железнодорожную станцию. Был ли это теракт? Ну, видимо, надо так бежать. Дорогой, это будет здорово. Так, можно, кстати, отдохнуть. Получается. Эти вот мелодии, которые покупать надо, они многие с этим, еще с лицензированием. Поэтому они будут подрезаны на Ютубе, на остальных платформах. Можно их, ну, в частности, Руту, Яндекс.Дзен, там до такого вроде не докапываются. Они останутся. Так, надо, кстати, девчонке что-то купить ведь. Так, что тут у нас? 4 минуса. 9 плюсов. Ну, а такое вот можно купить. Так, 6 минусов. Два плюса. Нет, ну короче, вот. Для девчонки такое можно взять. Такую штучку. Так, материи нам пока не нужны. У нас и так с избытком.
щиты. Так, снимает молчание. Ну, кстати, вот... Я думаю, стоит купить. Мало ли там, что у нас будут закликивать, закидывать молчанкой. Это противная штука, на самом деле. Ну, идем дальше. А? Подождите. Площадка свободна. Трос готов. Вперед. Стройся. Парень из Матрицы, Морфеус, только побелевший. Морфеус альбинос. Еще один. Настоящий Морфеус взялся за работу. Турки что-то тут скорее опять, завтра. Османы все захватили. На меня или на тебя? Не знаю, да и плевать. Тогда давай пойдем за каулками. А, правда, там будут монстры? Это лучше, чем Синра. Отведайте их солнце с ладным солнцем. Отличный вкус. Говорят, что это настоящая бомба в кулинарии. Просто мечта. Впереди будет свалка Синра. Не самое подходящее место для прогулок. Забрал личное место, чтобы залезть на дно. Сейчас. Так, крысеры. Куда мою девчонку трогаешь? Я, правда, она не одна, но все равно. Это, кстати, на... в этом стиле размашистом-то... Даже по баще воевать. Кстати, по поводу... Ай, ладно, надо сперва отпинать вас. Here we go. That's that. Yeah. Ой, сколько вас тут налетело-то? Хорошо, что friendly fire нет. Куда они все повылезали? Монстры инстинктивно ищут слабую добычу. Мэм, тогда тебе стоит быть настороже, Клаус. Настороже. Ладно, будем настороже. Так, там кстати. Тупик. Да я знаю, тут. Что-то строили и в итоге забросили. Надо тут, наверное, что-то по-любому можно стащить. Может, ценное. Шмот какой. А, ну, видимо, значит, на дополнительное задание сюда надо будет сходить. Ну, задание дополнительное, учитывая, что игра уже мной пройдена, я по возможности буду скипать. К тому же они неинтересные, как я уже говорил ранее. Там приди, убей, вернись назад. Приди, сходи, возьми или там найди что-нибудь. В общем, ничего интересного. Так, сюда, Ан, ты мне поможешь пройти, да? Не сработало, может сломался. Уверена, что можно обойти так, что... Это же логично, все верно. Так, а что тут? Трактор давай из толкача. Мы сможем сдвинуть это. Трактор? Нет. Там ящик-то, ну, Клауд сильный, да. Ну, такой ящик-то станешь толкать, если это честно. Без этого, без дрокли, без погрузчика там. Ну, если вот по-серьезному, прям такой ящик сдвинешь. Кто на складе работал, тот знает. Ну. Мало потому, что он сам по себе тяжелый. Еще и это. Без роликов, без всего, блин. На земле сырой стоит. Ну. Давай. Что там, кто там? Let's do this. Ну все, ай да мы. Как ты догадалась? Эти напали на сильную добычу. На сильную добычу? Ну да, мы не слабые. Так, здесь у нас, я не помню, что у нас тут есть. А, здесь, по-моему, кстати, что-то утащить можно.
Какой-то браслетик мы нашли. Вот этот, по-моему, да? Блин, столько минусов, конечно, он дает. Но 100 материи больше можно. Поэтому мы, пожалуй, его поставим. Так, и я хотел сканирование забрать у Тифы. Такая все равно ни к чему. Так, а вот Лерис, может быть, кстати, мой подойдет больше. Кто у меня стоял-то там? Браслет, я уж не помню. Так, гиперионские. Это одни минусы. Плюсов никаких. Ну тогда, Эрис, немножко обломаешься. Пока для тебя ничего нет. Ну, идем дальше. Все, тут, кстати, тоже упущение. Можно было бы как-нибудь апгрейдировать вот эти вот вещи. По-моему, тут нельзя, насколько я знаю. По крайней мере, даже вот в подсказках не писалось, что что-то там можно как-то вещь улучшить. Вещь просто она есть, какая она есть, и все. Можно лучшую вещь взять, ну, заменить только. Вон там, смотри, сердце трущоб. Но идти еще далеко. Ну, мы же делаем крюк, устал. Не. А я что-то немного проголодалась, а ты? Да. Сейчас придем домой, готовить борщ, борщ варить там. У меня нет на это времени. Ничего, ради маминой стряхни, у тебя найдется... Чайку там, кофейку. Мы сейчас быстренько доберемся домой и наедимся всласть. Ну, вот это хорошая тема. Пошли быстрее. Может, ты больше меня жрать хочешь? Так, правильно идем. Танчик. Танчик ведь? Танчик. I've got this. Don't you mean you've got this? Let's get him! Да, блин. Вали от меня! Let's go! Обнимашки любит, засранка. Так, кстати, тут что-то было еще. Давайте-ка заскочим по-быстрому. Больше по пути. Это, видимо, босс-арена, блин. Пока босса-то нет. Я уж, честно говоря, год назад играл английскую версию-то на PS4. Ну, подзабыл местами-то. Чё куда, блин. Так, а там что у нас тогда было? А, вот тоже сундучок у нас был. Redmi. Это, кстати, ай, блин. Да ползаешь, нельзя смотреть инвентарь. Что-то знакомое Redmi, что она делает. Для врагов в зоне видимости. Так, отравляет и наносит 50 физического урона противникам в радиусе действия. Там слабовато, опасное вещество. Что ж, гранату, наверное, кинуть там по всем. И больше, и сразу. А, конечно, сколько яд действует. Яды, как правило, немного, но в долгосрочной перспективе побольше. Это нам всего тут привалило. Заперто. Так, это, по-моему, к этому, который девчонок
себе набирает. К нему ход. Дальше по сюжету будет. Оно очнулось. Хотел бы я, куда оно упало, давай спать. Going in. Go on. Here it comes. One more shot. Nothing to it. Ой, прочный дядя. Так, тут у нас, кстати, что-то есть. Что-то есть. А, нам туда и надо? Так, а здесь тогда что? А, ну вот этот шорткат открыть можно. Может, она откроется с этой стороны? Я думаю, что откроется. Так, все. Шоткат открыли. I've got this. Don't you mean we've got this? Сразу какие-то весы набежали. You're mine. And we're safe. Что такое там? Кто так хлюпает? Умереть не может бедный никак. Он борется за свою жизнь. Сначала тоже несколько раз так. Так, зачем мы... Ай, да блин, ну что ты... Чем я двигал-то? Спрыгнуть, наверное, или что? А, сейчас пролезть можно будет. Все. Все понял, осознал. Через надо, получается, дверь открыть. Она так ползать-то не умеет, как я. Отличная работа. Думаешь наперед? Да, такой уж я. Думаю, мы почти дома. Не стоит благодарности. Лучше заплатить. Тебе заплатить прямо сейчас. Да, натуры. А? Да-да. А, оу. Видимо, они оценили мое предложение. Наверное, можно немного расслабиться. Не забывай о кухне. А! Они могут объявиться в любой момент. Смотри. Просто хочу спать. Как ты думаешь, грядет очередная война? Трущобы сектора 5 прямо там. Боже, я так нервничаю. Что они там смотрят? Эй! Телевизор. Фонари работают. Дедушка намного лучше. По словам должна. Чего я веду репортаж из разрушенного корпуса макореактора. Как вы видите, из-под завалов все еще поднимаются трубы дыма, чтобы не нарушать перекрытие. Хотя упавшие перекрытия и другие обломки продолжают препятствовать спасательным работам. Пожары, по всей видимости, в основном. Ах, вон там. Это же директор отдела передовых вооружений Синра. Вер, простите, мэм, но не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Их цель – реактор. Не могли бы вы сообщить нам хоть что-то о состоянии реактора? Насколько серьезные повреждения он получил при взрыве? Нам что-то угрожает. Макореактор 5 был временно отключен, а пожар успешно потушен. Ситуация под контролем, и жителям нашего прекрасного города можно не беспокоиться. Сложностей уже не пред. Прямо сейчас проводится тщательное расследование. Но мы подозреваем, что схожее устройство использовалось и при нападении на макореактор 1. Виновники этого зверства были засняты во время побега. Эти агенты ЭКО террористической группировки «Лавина» в настоящее время, скорее всего, скрываются где-то в Мелькаре. И учитывая тот факт, что эта группировка уже атаковала два реактора в столь короткий срок,
Возможно ли их остановить, прежде чем они нанесут новый удар? А как ты сам думаешь? Ну я... Не бойтесь, Синра позаботится о безопасности Мидгара. Все, время вышло. Да, нормальная передача. И на этом наша передача заканчивается. Какая-то, конечно, стервочка, блин. Письками больше, чем по ушарию головного мозга. Мы должны противостоять всем. Как она директором-то стала? Не знаю, о, как вовремя. Не могла бы ты мне помочь. Письками, наверное, мужиков покупает. Подкупает. Которые за ней думают. Я бы с радостью, но... С радостью, но нам надо домой. Я тут помогаю иногда. Жрать это охота. Айрис. Ну и ну, и что ты там делаешь наверху? Пытался разглядеть реактор. А это что за чувак? Это Клауд. Он наемник и в данный момент мой телохранитель. А это Олдс. Увидимся. Ну и не свалить. Два сапога пара. Да, блин, дети, отвалить. Айрис. Так, и что это вы задумали, ребята? Мы пошли посмотреть на реактор. О, точно. Кстати, тебе нужно заглянуть к нам в домик. Зачем? Не знаю. Просто загляни. Ну, кажется, у нас появилась новая цель. Наверное, нужно объяснить. Домик из листьев – это местный сиротский приют. Там и живут все эти дети. Эй, Айрис, а где ты была? Опять в церкви. В следующий раз мы должны пойти все вместе. А, привет, Айрис. Как всегда популярно. Я смотрю. Видимо, да. Они мне вообще прохода не дают. Ну, это лучше, чем если бы они были прикованы к постели. Еще раз спасибо за те целебные травы. Ты многим помогла. Не за что. Обращайтесь. Как тебе вообще удается столько найти? О, у меня свои способы. А он? Он мой телохранитель, пока не дойдем до дома. А ты уверена, что он справится? Мэм, наверно. Я не жадная, иногда собираю лекарственные травы для его пациентов. А вот и домик из листьев. Вот вы где? Мы вернулись и привели Айрис. Прости, что тебе пришлось зайти к нам. Не переживай, мне все равно было по пути. Тогда не против, если я попрошу тебя принести цветов. Без проблем. Сколько? Сколько унесешь? Учитывая все эти мрачные и безрадостные новости, которые передают по телевизору, я подумала, что немного цветов помогут поднять настроение. Уверена, что это сработает. Я с радостью помогу. А теперь бегом мыть руки. Так, 17 уровня мы. Ну, есть куда расти. Клауд, а какой у тебя любимый цветок? Да, они же все одинаковые. Ты серьезно решил такое сказать флористу? Ну, так я не флорист, чё. Хорошо, тогда что же ты сделал с цветком, который я тебе дала? Я, Подарил его кому-то? Да. О, кому? Расскажи. Не помню уже. Мэм. Что? Мэм. Говорил, что не любишь врать. Ну и ладно. Кому, блин? И там что-то свидание, помнится, обещал, и денег. И пожрать еще. В общем, комплекс. Мне нужен Пойдем комплекс. Пойдем дальше по дорожке. Моя мама должна быть дома, так что я вас познакомлю. Это мой дом. Он чудесный. Заходи. Я дома. Привет, милая.
Ты что-то натворила. Рут заходил. Вот, это моя мама, Эльмира. А это Клауд, мой телохранитель. Здрасте. Приглядывали за ней. Это моя работа. Или была моя работа. Ага, спасибо. Клауд, ты собираешься вернуться в Сектор 7? Да. Тогда я покажу тебе дорогу. Тогда зачем ты привела меня сюда? А что, если турки снова нагрянут? Будет неприятно, но я уже имела с ними дело. Если честно, я больше переживаю за тебя. А вдруг заблудишься, а? Тебе будет стыдно в этом признаться, и ты так и будешь там бродить. Хватит вести себя так, будто знаешь меня. Эй, мам, я провожу Клауда в Сектор 7, хорошо? Ладно. Но почему бы не подождать до завтра? Если пойдете сейчас, то когда вернешься, уже стемнеет. Лучше отдохните, а утром отправляйтесь в путь. Тогда у тебя будет весь день впереди. Это так, она права, Клауд. Притормози. А точно. Мне же еще нужно отнести цветы в домик из листьев. Раз до ужина есть немного времени. Ты можешь пойти со мной. Мы так не договаривались. Хочешь сказать, что тебе мало? Даже несмотря на то, что тебя ждет бесценная награда. Знаешь, что я ему обещала? Хорошо. То, что себе для начала, денег. Пойду за корзинками. Пожрать. Вроде ничего не забыл. Ох уж это Айрис. С ней непросто, правда? Да вообще капец. Наверное, тяжело. Нет, забудь. Странно. Я уверена, что положила их сюда. Вот, что-то как-то... Фа. Эффект ослепления, что ли, такой. Вышел там яркий свет сразу. Слепит слегка. Так, что-то я зря наверх поднялся, походу. Надо внизу что-то. Нашла. Бери вот эту. Уже бери. Вот так. А теперь пошли. А вот она, девчонка. Комби есть что, цветы тоже неплохо. Мэм, как думаешь, какие лучше сорвать? Да любые. Он не будь таким. Я знаю, что в цветах ты разбираешься. Да как это? Так. Выберите цветы для доставки в домик из листьев. Нажмите Y, когда вы находитесь... Когда вы находитесь в саду и собираетесь нарвать цветов, домик из листьев изменится в зависимости от выбранных вами цветов. А это же из тех, что я тебе подарила. Да. Возьмем что. Мистер, но вам меня не обдурить. Думаю, нам нужно еще побольше. Какие сорвем? А лисьи хвосты, да. Надо отдать тебе должное, я бы о них и не подумала. Это точно их удивит. Она сказала, так. Сколько унесем. Может, возьмем еще? Так, сюда мне нельзя, значит, что надо дальше сходить. А, тоже нельзя. Че? Давай еще этих возьмем, что. Больше что-то других, по-моему. А, вот еще такие есть. Я думаю, этого хватит. Что скажешь? Идем.
Так, а, ну, значит, я немножко неправильно пошел, надо вот в эту сторону идти, чтобы нам выйти. В общем, доставка цветов. Мы же не под дулом пистолета. В таком меня жизнь не готовила. Да ладно тебе, когда закончишь, то утонешь в предложениях о работе. Как ты думаешь, что они украсят этими цветами? Без понятия. Но скоро увидим. Сортир. Подожду здесь. А ну хорошо. Но я, возможно, задержусь. Почему бы тебе пока не осмотреть город? Так, смотреть город. Блин, это бесцельно бегать, но что ли? Я хочу забраться. Но я боюсь, что это не уйдет. Чувачок этот, кстати. Клаус, понимаю, вы заняты, но надеюсь, вы не забыли о моем исследовании. Так, сканирование увеличивает АБС при активации и может быть использовано непрерывно. Так, нажмите для активации. Усиление АБС, перезарядка 180 секунд. Да, и купим такое. Автолечение. Да, и тоже. Сканирование у меня одно есть, так. Второй-то и не надо, наверное. Клауд, у меня есть потрясающая теория. Может, вы окажете помощь в сборе данных, чтобы ее проверить? Клауд, у меня просто отличные новости. Кажется, я смогу создать материю призыва, что раньше считалось невозможным. Ученые считают, что эту материю можно найти только в природе, но я могу доказать обратное. И поэтому у меня к вам просьба, Клауд. Я хотел бы проверить эту теорию с помощью боевого симулятора. А именно, я хочу, чтобы вы сразились и победили призываемое существо в бою. Я чувствую, что вы находите мои предположения немного наивными. Так, по мере сбора боевых данных вам станут доступны специальные миссии, позволяющие вам сражаться с призываемыми существами. Поговорите с Чендли, ну, понятно. Я хочу поблагодарить вас за помощь. Давайте попробуем завалить сказать, что-то. Я очень благодарен вам за всю оказанную вами помощь. Получилось. Я создал новую материю. Так. У него там еще появилась провокация. Автоматически активируется провокация, чтобы временно отвлечь врага от раненого союзника. Так, не действует на сильных врагов, не активируется, если игрок управляет персонажем. А, ну да, вот на какого-нибудь танку такую воткнуть, и будет все ништяк. А, так, эффект 60 секунд, откат 90. Провокация второго. 90 на 60. 20 на 30, ну, в общем, чаще все. Это для какого-то танка надо ставить. Так, Шива, ну, такая, кстати. Тогда прошу приготовить свой переносной боевой. Ништяковская призывальщица-то. Вот. Красиво нарисована. Знаю, какой-то модели, может, рисовали ее. Ну, тут, в общем-то, сейчас же не новое, это захват движений и так далее. На эльфийку походит. Так, тебе, наверное, огнем ништяк заходит. Так, блин, сейчас мне зайдет, блин. Let's finish this. Sorry.
Ну, нормально получилось навалять. Пока вроде неплохо идет. Ну-ка, если так вот, без этой... Так только 300, так штукарик, если оглушенная. Ну, а, кстати, ифрита же могу призывать, да, получается? Как раз огненный, как раз против ледяной-то самое, то, наверное, будет. Она, кстати, от огня-то что-то падает вроде. Это хорошо. Ну все, ништяк, я зашло. Невероятно. Создание материи призыва Шивы завершено. И она ваша. Используйте ее так, как сочтете нужным. Ледяная леди – идеальный компаньон для такого человека, как вы, Клау. Она вам очень пригодится, когда придет время уничтожить себя. Так, это из хорошего. Так, значит... Терпением жду новых боевых данных от вас. Интересно, что будет. Там, по-моему, потом Одина он еще может создать. Что за задание, кстати, он выдал? А, это вот поразить, использовать способность ошеломления, ошеломить врагов, так, почти сделано. Живые организмы, сканируйте врагов, чтобы, чем действовать, еще сканировать надо будет. Победить трех разновидностей монстров, синергии. Так, давайте установим Эрис. И давай Шиву поставим. Так, где у нас Тифи? Тифи поставим. Так, и что-то я еще хотел. Так, что у меня сканирование есть. Сейчас там досканировать кого-то надо было. Исцеление. Ну, исцеление еще качать и качать. Огонь. Ну, в принципе, скоро качаем, я думаю. Тоже тихонечко качается молния. Впереди. Если я скажу один. Отдохнуть можно. Вы уже видели болящий чувак. Это Бернский. Он весит меня почти так же. Вам с ним держится. Как бы. Мои виллы, блин. Значит, ничего и нет, блин. Ладно. Увидимся. О! А я тебя помню. Где Айс? В домике из листьев. Негативное настроение горожан. Вот и поговорили. Бутай достигли апогея с появлением подробностей о зацеплении. И на фоне роста этих настроений многие считают, что война неизбежна. Тут что-то о чем-то торгуют. Теперь ты сможешь постоять за себя. А, это тут оружием торгуют. Ну, кстати. Ай. Как раз вот такой одет, 3200 стоит. В некоторых районах возможно даже... Так. Ну ладно, ничего у меня нет. Секторов 1, 5 и 8. Ничего пока я не вижу смысла менять. Разрешены. Так, ты чем торгуешь? А, ты ничем не торгуешь? Айрис такая милая. Это верно. Так, давайте здесь еще пробежимся.
что-то случилось. Можно и так сказать. Похоже, кто-то напугал детей. Ага, и двое пропали. Они сбежали, когда появился этот жуткий парень в черной одежде. Турк. Вот и я-то подумала, но нет. Этот парень шатался по городку в грязной рваной мантии. Говорят, он болен, и у него на плече татуировка с каким-то номером. Не нравится мне это. Надо выяснить, в чем дело. Я знаю кое-кого, кто подходит под это описание. Я с тобой. Хорошо. Пойдемте. Пойдем, че? Такая достаточно длинная голова получается у нас. Можно мне его погладить? В этом городе за деньги можно получить все. Материя, лом, все, что угодно. Бля, продает только одну пластинку. Нет материи, нет жизни. Может, почистите за нас? Дедушке намного лучше. Нет, борта, не слышала, если чашка. Пошли. Насколько знаю, сюда не пускают взрослых. Но если мы хотим их спасти, то придется нарушить их правила. Оуз, ты вернулся. Айс пришла нам помочь. Да оставьте это нам, мы займемся этим делом. Но там же монстры. Не переживайте, мой друг невероятно силен. Я был солдатом. Так где этот парень? Не знаю, он исчез, и мы не можем его найти. В первую очередь нужно найти детей. Пойдемте. Пойдем. Поторопитесь и найдите кого, если на них нападут. Они убежали сюда. Осторожнее. Куда, по-твоему, они пошли? Кто знает, они же дети. Нам ничего не остается, кроме как осмотреть. Надеюсь, мы не опоздаем. Блин, что-то он сильно мочит, а. Еще вампирка, что ли? Да-да, so bad. You're dead. Get ready. That's right. This one's for you! Уровень материи повысился. Так, что у нас? Можно выше сходить, кстати, еще. Может, какой-нибудь ништячок валяется? Ну, так и есть. Мегапоинт. Ну, блин. Убедиться, чё? Вон они. И они не одни. Сейчас подойдем. Guess I gotta. No holding them up. That's that. Go on. See ya. Shit. Hey. That's that. Go on. Nothing to it. Leave this to me. I don't think so. You're done. Go on. Быстрее. Мы должны спасти их. Хорошо. All
You're mine. Блин, это тут, кстати, этим стилем так оглушение быстро набирается. Так, кто там? Еще кто-то живой, что ли? Что, блин? Лопните, блин. No holding back. Let's do this. Going all out. Да, блин. Дяди, блин. Заявили, что у нас покусали. А, еще один, что ли? Ну-ка. Молчанку мне накинули, гады. Да, блин, ты просто так сдохнуть-то, чё, никак, да? Осторожно, тут всё разваливается. Это всё из-за реактора. Мы заметили. Смотрите под ноги. Давай лучше я. Пойдёмте. Под ноги. Смотрите под ноги, пацаны. И девчонки. Я, блин, с двумя детьми так прыгнуть. Силён, чё? Спасибо. Это было клёво. Ладно, нужно возвращаться. Давай, лезь быстрее. Вот ведь ты тоже. Смотри под ноги. И все будет ништяк. Going in. Get him! Как ты стал таким сильным? Ну, знаете, Клауд раньше был солдатом. Серьезно? А ты сражался на войне? Возможно. Под ноги, смотрите. Девчонку где-то потеряли, блин. Ну и хер с ней, да? А вон она впереди телепортнулась. Try to stay behind me. That way I can cover your back. You're mine. Let's finish this. So long. Айда мы. Нельзя просто вырасти солдатом. Над этим нужно работать. Клауд считает, что я могу достать одни кисти, правда? И кто у нас тут мистер популярность? Это было так круто. Особенно это. Уфкие. Все не так было. А вот как Уфкиай. Неправильно. Было так. Нет, было быстрее. Вот так. Ладно, как насчет? Да, вот так. Все так, Клауд. Мы правильно показали, Клауд. Тифа, подожди. Тифа, Тифа. 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 Что с тобой? Ничего. Тифа, Тифа. А Тифа, она твоя девушка? Нет. Но она явно важна для тебя. Ничего подобного. Это скорее, не знаю, как объяснить. Понятненько. Ладненько, понятненько, блин.
он меня не видит. Тихо. Ну-ка, чувак, давай, бабок давай. Спасибо вам. С сегодняшнего дня. Спасибо, не булькает. Пообещай, что обратитесь к взрослым, хорошо? Хорошо, обещаю. И вот, раз вы такие крутые. Хоть вы оба взрослые, но теперь вы одни из нас. Можете заходить к нам, играть в любое время. У меня пропуск выдал, да? Так, ладно, Эрис, не мешайся тут под ногами. Ой. Резидент, ты лёг, блин. Подожди. Рибос поймал, чувак. Это не он, но выглядит чертовски похоже. Вот и номер, но почему два? Кто знает, хотя если подумать. Воссоединение. Не стоит бояться. Клауд, давай, соберись. Ты же знаешь, кто такой Сефирот, верно? Сефирот, герой войны. Я знаю, что он погиб при несчастном случае 5 лет назад. Так говорили в новостях. Может и так, но я чувствую, что он все еще жив. А, понятно. Ладно, пойдем. Тогда ты, должно быть, из легендарного. Легендарного. Эй, что там папа дальше? Папа говорил мне, что этот дядька раньше был солдатом. Ты в бочках, блин. Эй, Клау, знаю, многим здесь нужна твоя помощь. Когда я хожу в патруль, многие рассказывают мне о своих проблемах. Может, вы сможете им помочь? Ну, я обеими руками за. У нас еще полно времени. Но я все еще на работе. Не переживай, я тебе разрешаю. Полно времени, смотрите под ноги. Найдите меня, если интересно. Не поймаешь. Так, торговец Мугл. А, вот, кстати. О боже, это Мугл. Вы можете меня видеть, тогда вы должно быть очень особенные люди. Добро пожаловать в лавку Мугла. Я ее владелец, Моги. Ты, наверное, не слышал про Мугу Мога? Это довольно известная сказка. Мог хотел подарить счастье всем Муглам в лесу, и поэтому он решил открыть лавку чудес. Все верно, Пупа. Я открыл магазин. В больничку тебе надо. Как Мог. И, как вы знаете, только люди с чистыми сердцами могут видеть Муглов. Ты это обо мне? Ну, магия Муглов несовершенна, Пупа. Ну да ладно, мы собрали все виды редких и удивительных вещиц. И они все могут стать вашими, если достаточно дорого. Но сначала вам нужно купить членскую карточку. Ну давай купим. За ноль-то. Если найдете медали Мугла, можете потратить их и купить. Моги, а что ты делаешь с медальками, которые мы тебе дадим? О, вы же знаете, что с их помощью я сделаю всех счастливыми. Это долг каждого Мугла. Конечно, прям как Мугл Мог. Смотрю, удачно ходится. Не становится. Ага. Так, чем займемся дальше? Продолжу крутиться в поте лица. Я и не сомневалась. Вообще-то, я так на жизнь зарабатываю. Правда. Я думала, ты это делаешь забавы ради. Ну, может, кто-то так и делает. Привет, я. Это кто-то. Приятно познакомиться. Подкалывает меня и подкалывает. Рад тебя видеть, Купер. Так, что у тебя тут? Хрень купить. Золотое блюдце называется. Что, посох? Кстати, палку-то можно, наверное, и купить даже. Ну,
у меня медалек-то вообще? 11. Есть что-нибудь? Так, это что такое? Учебник по искусству владения мечом увеличивает очки навыков Клауду. Спутник-снайпер. Руководство, посвященное огнестрельному оружию, повышает навыки Беретта. Так, рукопись с подробным описанием некоторых самых сокровенных секретов боевых искусств увеличивает очки навыка Тифы. Что увеличивают очки Эрис. Ну вот давай для тебя, девчонка, купим вот эту книжку. Вы, ребята, вы молодцы. Благодаря вам у меня теперь целая куча медалей. А это значит, что теперь я смогу осчастливить кучу людей. Рад за тебя. Эй, Клауд, может, подыграешь немного? Не стану, пока не буду счастлив. Давай, поколдуй. Заставь меня улыбнуться прямо до ушей. Для этого потребуется очень много медалей. Ну так не пойдет. Клауд, пойдем, поищем еще. Так и скажи, не можешь. Удачи, ребята. Вперед меня лезешь, что ли? Да блин, ползи давай. Вот а слишком узкие двери, блин. Так, ну а мы пойдем. На основное задание получается. Да, сильно. Чувак, это то, что зовут легкие. Так, эти книжки-то их, кстати, как-то использовать надо, я уж не помню. Так. А, просто их покупаешь. И все, как бы, получается так. Нет, ладно, никаких нам не... Подойди, взгляни, что мы сделали с цветами. Красиво, правда. Отличная работа, это просто прекрасно. Серьезно? О, чуть не забыла. Не так давно какой-то парень из Синра в костюме шел к твоему дому. Он был одет во все черное, немного пугающий вид. Так, ну, бывает. Когда же наконец темнеет? Так, по-моему, нам сюда, да, по основному-то. А, вот и он, кстати. Привет, Айрис. Что тебе нужно? А его я раньше не видел. Твоя новая игрушка. Он мой телохранитель, чтоб ты знал. Постой-ка, эти глаза. Напрочь. Это ты избил Рено. И что, если так? Нужно расставить все точки над «и». Вот и все. Теперь тебя побить, что ли? Клауд, оставь его. Рут неплохой человек, правда? Да, я неплохой. Но нравится мне или нет. Иногда приходится делать плохие вещи. Ничего личного. Он кулачками, а я с мечом таким. Вы, турки, все одинаково. Лаете, но не кусаете. Уж кто бы говорил. Не нужно. Отойди. А ты чё, гад? Ой-ой-ой-ой, вертолетик. Он еще и в эту выкинул. Come on. Ой, блин. Я должен оплатить за своего напарника. Ну попробуй. Ну так нормально тебе заходит.
Да, тройной удар, как бы. Ой, очечки сломались. Тебе мало? Новые купишь. А, у него. Сменка есть. Да, мне мало. Не могу. Это моя работа. Тогда подумай о сменке. Ух ты, сволочь. Знал силен, Шапа. Знавал, я любил из ваших. Так, надо тебя подсканировать, кстати. А, итак, у Ариста что у нас есть? Метель. Ой. Заблокировано, он все блочит, ну. Так, сканирование. Атаки ветром эффективно заполняют школу шелумления. У меня ветра-то и нету, ну. Так, слабость ветер, меньше огонь. А, кстати, огнем написано, его можно хорошо побить. Ой! Наших бьют. Блин, на лечение, короче, этот Эрис дать. Всех раскидал, блин. Ах ты чё, блин? Короче, надо заканчивать. Блин, так опять он свою вертушку достал, блин. А хоть по Эрис не попал. Пожалуйста, просто оставь нас в покое. Ты знаешь, что я не могу этого сделать? Телефонный звонок. Привет, напарник. Уверен, тебе там весело, но ты мне нужен для одной работы. По поводу сектора 7. Так что же, вытащи свою задницу сюда. Так нормально ему отвечает. Эк-эк. Уже уходишь? Похоже на то. Тут же вертолет прилетел. Иди домой и оставайся там. Ты же знаешь, что я не могу. Так там, блин, это... Когда ответить что-то хочет и не может, так... Квэк-квэк-квэк. Бормочет. Прикольно. Живые организмы. Ладно, мы пойдем похаваем. Заходим? Ой, нет, не торопись. Не то ответил, не, да, заходим. Заходим? Заходим, заходим. Да, на сегодня достаточно. Вы где были? Я очень переживала. Прости, мы немного увлеклись. Ужин готов, если тебе интересно. О, отлично. Но прежде чем мы сядем за стол, приготовь гостевую комнату. Хорошо. Располагайся, ладно? Вижу по глазам, ты солдат, верно? Да, есть такое. Бывший солдат. Мне неудобно просить, но не мог бы ты уйти этой ночью, не поднимая шума и без лишних вопросов. Вы, ребята, заключили сделку, променяв нормальную жизнь на свою силу. Нельзя иметь то и другое. Кошка и дудочку нельзя, что ли? Надеюсь, вы проголодались. Умираем с голода. Давай, давай.
Я так горжусь. Видя, каким мужчиной ты стал. Девушки, наверное, прохода не дают. Не совсем. Ну, тут две есть, и они не дают, даже три. Полно соблазнов. Я бы чувствовала себя намного лучше, зная, что ты нашел хорошую девушку, которая убережет тебя от неприятностей. Я таких сам могу себе позаботиться. Девушки сами по себе создают их. Держать тебя в узде. И сможет ответить, если будешь вести себя как глупый гусь. Такая бы тебе идеально подошла. Не хочу злоупотреблять гостеприимством. Так, тут надо как-то по-тихому сейчас уйти. Так, постарайтесь выскользнуть из дома так, чтобы Айрис вас не заметила. Не наткнитесь на что-нибудь, Айрис вас услышит, если будет сильно шуметь. Блин, я тут же наткнулся. Что ты делаешь? Ничего. Приснился кошмар. Не волнуйся, утром будешь чувствовать себя намного лучше. И обещаю отвезти тебя прямо домой. Ладно. Чего тоже мамка его выгоняет ночью-то, блин? До утра-то уж, блин, побыл бы. Нормально разошлись, нет? Да. Хоть бы она меня не услышала. Ну, тоже, блин, те все в абсолют возводят. Тут, кстати, надо как-то аккуратненько идти. Да блин, ну можно это промотать. Я же сказала тебе не выходить из своей комнаты. Оно живо обратно. Она до нее не доходит, что я сваливаю, блин. Сейчас отведи, блин. Вот ведь тоже. Балбес. Балбеска. А, все, ведра нет уже. То есть хорошего. Немножко упрости. Да, так как мне попасть в сектор 7. Довольно просто. Срежь через сектор 6. Там небезопасно, но ты справишься, раз ты солдат. Бывшая добрая мама, ночью вы. Ты никогда больше не заговоришь с Айрис, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Ночью выгнала, отправила в какой-то там сектор, где небезопасно. Вообще добрая мамка. Да, с тещей мне тут явно не повезет. Короче, пацаны, теща — это ваша жена в будущем. Так вот меня будут отправлять, это Айрис, всякие сектора там. Кстати, на этом глава сейчас закончится. Надо подсобрать Bottle Echo Mist. Mist такая пустота, что ли, переводится. Так, я вообще правильно бегу-то? В целом, да. Что-то направо, потом налево. Я удачно свернул. Кошарин тут сидит. 200 бабок. Ну, по ночам магазины-то работают? Работают. И Настя. Круглосуточные. Так, в общем, ребят, на этом серию заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Также на другие мои ресурсы, ссылки на них в описании видео. Шапки канала YouTube. Это Яндекс.Дзен, Рутуб. На тот случай, если с Ютубом что-то случится. Стриминговые площадки Трово и ВССД. Я также провожу трансляции, размещаю видео.
Там, кстати, вот, в частности, Рутуб и Яндекс.Дзен, там попроще с авторским правом. На Ютубе очень много режется музыки, то же самое. Там можно посмотреть без этих обрезаний и так далее, что это блокирует Ютуб. В общем, увидимся в следующих видео, в следующей серии, на стримах и так далее. Всем пока.